Вопрос в следующем, Дмитрий Михайлович. Правда ли, что продукция, которую реализует компания «Источник здоровья», производится в ваших лабораториях? Нескромный такой вопрос человек задал. Ну, правда ли то, что это производится вами, ну, не вами лично, а в ваших лабораториях? Ну, правда, конечно, значительная часть исходного. Просто мы людям объясняем, что мы не являемся производителями, сами ничего не производим. Но, видно, у людей есть какие-то сомнения, почему такие вопросы задают. У нас небольшие мощности, но они есть и... Нам хватает. Будем, нам хватает. Если это правда, тут сомневаться не надо. Хорошо.